антистронной речью. Послание открывает первую сессию главного законодательного органа страны. Блять! Все, пиздец. По итогам всеобщих выборов 17. А по нему что, ходить надо или что делать? Да. Тут говори. Ох, ебать мой хуй. Так, я так тихо-тихо, блядь. Вот кто-то поёт. Это и спорт на сегодня. Захаров радио «Время спорт». Время спорта. На Авторадио. Смотри, есть! Андрей! Молодцы! Поэтому? Сейчас-то пробок нет, поэтому быстрее доедем. Да, ну, там светофор опять стоять. Да. Не, ну тут же, я говорю, тут быстрее всегда получается. Нихуя себе! Козёл, блядь!